Всем привет, это Таня Матаня. Я сегодня подведу итоги конкурса «Таня Матаня Салют». Были майские праздники, я понимаю, не так много у меня было участников, но все, кто участвовал, такие сделали великолепные поделки, что мне было сложно выбрать. Поэтому в этот раз выбирал Дима. Да. Я пока просматривала, смотрела, что, и он мне, как бы мне эта идея тоже понравилась, и он мне показал, вот мама, вот эту поделочку, давай сделаем. Ну как интересно, то есть пока я отсматривала видео, я это делала при нем, он выбрал. Так кого же он выбрал? В этот раз у меня будет несколько победителей. Как обещала, самый основной приз беседы о войне я подарю победителю. И два поощрительных приза. Я тоже куплю какую-то, не знаю, что-то связанное вот именно с 9 маем. И эти призы тоже отправлю двум каналам. Первый канал — это Яна Мама и Мама Ники. Яна Мама уже давно участвует со мной, и в этот раз тоже две поделочки от нее я получила, замечательные. И вот за то, что вы постоянно со мной участвовали, и в этом конкурсе у вас тоже была замечательная поделка, и в принципе, ну, сложно выбирать, они все достаточно одинаково хорошие вот в этот раз, не знаю, таких вот лидеров у меня не было. И мама Ники тоже уже не первый раз участвует, так что присылайте мне адрес, я вам пришлю поощрительные призы, будет какой-то сюрприз, я выберу, посмотрю и постараюсь в ближайшее время вам отправить. И выиграл канал, который первый раз у меня участвовал. Но вот я говорю, Дима выиграл на этом канале одно видео и один подписчик — это я. Канал называется «Синий лимон». Ну, такое интересное название, не знаю, что вы имели в виду. Трудно сейчас найти название канала, потому что уже очень многие заняты. Так что вы получаете вот эту вот замечательную книжку. Я думаю, что вам понравится, и именно за нее вы и боролись. Так что поздравляю, присылайте мне адрес, и я вам отправлю эту книгу. И насчет завтрашнего дня, вот сегодня понедельник, я немножко задержала, но вот из-за того, что у меня все дома, мне так сложно, получилось, что вот Дима заболел, у меня все сдвинулось, немножко переместилось. Завтра я обещала сделать для желающих такую прямую трансляцию на YouTube. В 3 часа я постараюсь выйти в эфир. Не знаю, кто там будет, потому что, когда я сделала анонс, что-то ни одного комментария, что кто там, да, ура, что вы будете, хотя меня долго просили. В общем, пока комментариев нет, не знаю, вот я завтра, может, выйду в эфир, и никого не будет, ну, посмотрим. Так что давайте до завтра, мои хорошие. Спасибо, что участвовали в этом весеннем, вот в этом марафоне подделок. Это была последняя тема, потому что сейчас уже начинается лето. У меня будет летний конкурс один на все лето. Я его так задумала, и в скором времени его объявлю. Он будет немножко другой, но тоже интересная у меня есть задумочка. Так что следите за моими видео. Всем пока! Всем привет! На канале Таня Матаня вы с нашей дружной семьей научитесь хулиганить, экспериментировать, наводить беспорядок. А все это мы называем творчество. Творите с нами, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на лайки и ставьте лайки. Пуск! Пип! Руки вверх, тяни к маме.